Мы появляемся здесь два раза в месяц. Нам зачем такие помещения? Я считаю, что здесь и так есть залы в администрации, которые соответствуют санитарным нормам. На третьем этаже, на шестом этаже, где там слушания проводились. Зачем туда переезжать, чтобы ошеломить нас красотой? Но мы же не дети. Сегодняшнее заседание депутаты Гордумы впервые провели в новом интерьере, в здании ЦУМа. Хотя вполне можно обойтись и старыми помещениями мэрии, считают народные избранники. Споры о переезде не стихают уже долгое время. Решение о строительстве нового зала приняли еще депутаты прошлого созыва. На работы, закупку современного оборудования и мебели было потрачено почти 500 000 000 рублей. На эти средства, по словам депутата Алексея Вихарева, во время непростого периода борьбы с коронавирусом можно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Продать это помещение и просто все деньги передать на здравоохранение, купить скорые машины скорой помощи, либо аппараты ИВЛ, либо, если не получается в условиях кризиса продать эти площади, то их можно передать Горздраву. Я уверен, что врачи и сотрудники Горздрава этими площадями распорядятся более правильно.